Так, короче, помогаем бомжу выжить. Надо скоро ему выжить, а то подохнет сейчас, час ночи. На улице прохладно так. Пошли, братан. Как зовут тебя? Замерз уже просто, жесть вообще. Жалко на самом деле. Да, здесь нормально. Здесь просто ложись и все. Лежать. Молодец. Дай лапу. Умка, дай лапу. Во, молодец. 2:27. А нам в зал утром где-то часов... Нет, где-то в 6:30 мы встанем. И утром поедем. Там что-нибудь заснимем, возможно. И тут? Короче, сейчас 7:30 утра. Мы поспали часа два. И сейчас поедем на тренировку. А я так не хочу. Ну поспал еще. Да пофиг. Так, все, доехали до зала. Посмотрим, кто там. Давай, Ванюк. Аккуратнее, блядь, сейчас это до меня дойдет. Ваня мячик поливает. Ай, сука! В этом зале тут, конечно, полная хрень. Жесткий просто вообще. Та сопляет жесткий. Почти. Просто смотрите на этот батут сопля. Давай двойную. 2, 3, 4, 5, 6. На сопле. Мы играем, кто больше сделает мячиков на этой сопле. Так, теперь моя очередь. Hello, darkness, my old friend. Чё, грозный? Иди нахуй. Двойная эра. Двойная эра. Так вспотел просто жизнь. Мне ж плохо. Пришли, короче, к Данику на хату. Паркур. Давай! Это арабская сальто! Это арабская сальто, давай, Даник, арабку. Люблю, да. Снимай меня.
Арабка. Давай, арабская сальто. На ту кровать. Все, сейчас мы собираемся идти тренить на улице. Там вроде постели. Ты чё, ёп? Вот такая вот охрененная погода на улице. Скажите мне, в чё такую погоду можно снимать? Поэтому этот влог будет дальний просто. Сегодня вечером опять поедем в зал. Нашли сугробы большие, короче, и заборчик. Сейчас можешь что-нибудь затренить. Давай планировщика. Мы не прыгаем просто. Мы не будем. Мы тут будем. Сейчас достану. Давай. Жестко. Я уж снимаю, давай. Я по колено пробился быстрее, мне холодно. Не снимай, снимай, два на тебя. Я не знаю, что делать. Ебать, нахуй. И ноги уж промокли, сейчас пойдем на асфальте просто потреним, палат еще не заснимем и на крышу пойдем. So can I be that crap? Can I, so can I move your back? Can I, so can I grab your bitch? Hey, excuse my this and that. Okay, so can I be that crap? Can I, so can I move your back? Can I, so can I grab your bitch? Hey, excuse my this and that. So can I be that crap? Can I, so can I move your back? Can I, so can I grab your bitch? Can I, excuse my this and that. Hey, hey, so can I be that crap? Can I, so can I move your back? Can I, so can I grab your bitch? Can I, excuse my this and that. I lean and I'm too rare. Got somebody pain, smoking through the pain. Exactly, that's my game. Let's make a fucking toast. Seems like I supposed. Можешь сказать что-нибудь про то, как мы прыгаем? Как вам вообще? Заебись, четко. Я тоже. Это Василий со мной. Да, так себе близ. Я вижу, что ты не говоришь никогда, но врешь ты полностью, как всегда. Я не вижу, что кто-то спит в темноте, растворяюсь я так в тебе, в пустоте. Не хочу я ночью делать вид, что я сплю, так мне пофиг на тебя, я тебя уебу. Не, так мне все равно, что происходит в мире, так. Я делаю так все на битах. Меня не видно в темноте, в пустоте. Мир этот не то, что думаешь во сне. Короче, кажись, я зря в зал пришел, мне голова вообще жестко болит. Сейчас таблетку съел от головной боли, все равно болит жестко. Надеюсь, пройдет. Да, но не так сильно, сейчас сильнее заболело. Тройной. Ебать, улетает. Мне спалка. Трёх. А, блядь. Где нормас? На улице нефиг снимать, поэтому мы снова пришли в зал. Посимаем что-нибудь в зале. Правда, у меня болит голова. Не знаю, смогли попрыгать сейчас вообще. Вот, ждите лето. Летом будут офигенные влоги. Будет, а? Да. Летом будут офигенные влоги. Можно будет много чего снимать вообще. Так что ждите лето. Смотри. Ой, блин. Сейчас загорнусь. Не, нормально. Красава. Два овера. Рыба. О, что, в стену? Не. Давай, мальчик, 10 лет. Вперед учиться буду с тупника. Делай в начале. Ну да.
Давай. Смотрите, какая высота турника. И он будет делать все двойное. Давай. Нормально? Жизнь, я вам как скажу. Че? О! Давай. Ебать. Стиль, ёпт. Вперед, вперед, let's go. Что это? Что это? Да! Со всей силы. Ев, зверь, молодец. С таким мячиком тройной делать. Так, ну вот влог подходит к концу, я уже приехал, сегодня очень сильно устал, у меня все мышцы просто забиты на ногах, везде вообще. Сегодня был охрененный день.